Who the hell is it? Hey. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить чудесную игру Shenmue в рубрике «Лучшие игры». Я рад вас приветствовать в 17-й части моего прохождения. Ну что же, последние части нас очень сильно побили. Бедный Рио возвращается домой с помощью Фукусана. Just take it easy and rest today. К сожалению, у нас больше нет билета на корабль, но это не помешает нам вернуться в эту лавчонку, где нам втюхали такой серьезный обман, серьезно нас кинули, плюс еще подставили и, может, даже хотели убить нас. Тут, конечно... Ine-san is always there for me. Конечно, неизвестно, убил бы ли нас этот поганый голум, если бы Фукусан не пришел. Или нет. Ну, в любом случае, нас отделали так, что они заслуживают того, чтобы им задали парочку интересных вопросов по поводу того, что произошло. Сегодня у нас дождливый день, ну, весьма это все, так сказать, соответствует нашим... так сказать, настроением. Кстати говоря, твою голову можно все-таки побить, можно его победить, но суть не поменяется. Действительно, его очень сложно побить. Небезызвестный Антон Гайнулин показал это, его можно отделать хорошенько. И тогда он все же не сдержит свое обещание, ничего не расскажет, а просто убежит. А мы освободим связанного владельца игрового зала. И пойдем искать, куда убежал этот злодей. Давайте посмотрим нашего котеночка. Are you cold? Да, да, ему холодно, бедняжки. Мегуми, согрей его, что ты? Hi, Megumi. Hi, Ryo. Hey, Ryo. Do you know how old Chibi'd be if she were a person? About 3 years old? Nope, she's about 5. Is that so? I looked it up in a book about cats. Good for you. О, Чиби Чиби, Мегуми молодец. А Чиби заслужил еще немножко рыбки. Как раз последняя рыбка, которая у нас осталась. Пусть покушает. Want some food? I think she likes this food. It must taste good. I'll bring more again soon. Great! Thank you, Dio. И да, нужно, конечно, зайти в магазин и купить еще немножечко рыбки. Может быть, консервов купить. Посмотрим. Да, ну так возвращаясь к нашему голуму. Мы бы за ним погнались, если бы победили его. Поспрашивали бы у тех, кто стоит на улице, наших знакомых. Они бы сказали, что он забежал внутрь этого агентства. Asia Travel. И дальше мы бы зашли туда. Ну и, собственно, случилось бы то, что сейчас случится, когда мы просто к нему придем. Так что давайте отправимся туда. Я забыл купить игрушку. Ну ладно, на обратном пути купим. Каждый день у нас по игрушке должно покупаться. Хотя, конечно, были дни, когда мы пропускали. Например, тогда мы, когда пытались пробраться на склад. Сегодня она, кстати, нас не поприветствовала. Обычно она нас приветствует. Хотя и дождь идет, но елочки стоят. И, кстати, в некоторых магазинчиках уже играет музычка новогодняя. Давайте поговорим с Назоми.
Nozomi. What's wrong, Ryo? Did you see a creepy-looking guy? You're talking about that skinhead? Ryo, did he do something to you? Which way did he go? He went into the Asia Travel Company. Thanks, I gotta go. Если бы мы вчера победили его, она бы сказала нам то же самое. И мы отправляемся сюда. Who the hell is it? Hey. What's your problem? Damn! Stop! What? Ah! 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 Hey, you! Hey, stop! Damn! Ah. Hey, what Later, are you sorry. Doing? Hey, wait! Ah. What the? Ugh. Get out of my way! I'm sorry. What the? You okay? Yes. Ah. Whoa! I'm sorry! Forgive me! Give me my ticket! I don't have it anymore! Cut the crap! I'm sorry! I'm sorry! An employee ran off with the money! Please don't hurt me! I got a wife and kids! That's your problem. I still don't have the ticket I paid for! Here, take this ticket to the Philippines! I don't need this. I'm planning to skip town tonight! See, I'm broke, bankrupt, cleaned out! I can't get no ticket anywhere! Quit lying! Who's that skinhead? I don't know for sure, but I think he's connected to the Mad Angels. Mad Angels? Where are they? I can't tell. They'll kill me. Tell me! The harbor. Who's their boss? I don't know, but they extort from the harbor workers. If you worked there, you'd meet them. Why is that? 'Cause they always harass the new guys. The harbor. Итак, мы перешли на третий диск, в третью часть нашей огромной-огромной игры. Последний диск, кстати говоря. Очень жаль, что я сбил девушку во время погони за этим парнем. Но что поделать, очень сильно. Все равно мы ее подняли, извинились, но все равно мне жаль, конечно. Что печатались именно в нее, а не в какого-нибудь другого мужика. Прошу прощения. Итак, мы узнали, что Джимми полный банкрот, плюс та девушка, которая работала и забрала у нас деньги, просто сбежала вместе с ними. Да, не такая уж большая сумма, с которой стоит сбегать, как мне кажется. Хотя, действительно, поездка в другой город, это немалая сумма, действительно. И нужно будет, интересно, конечно, посмотреть вот тот курс, ну, насколько он соотносился с нашим рублем именно в то время, курс иены. Ну, чтобы примерно понять, вот насколько эта сумма, она большая для... Потому что сейчас вот 70 тысяч, 100 тысяч йен, ничего не понятно совершенно. Итак, мы узнали о том, что этот бритоголовый голум связан с бандой «Безумные ангелы», которые вымогают деньги у рабочих порта. И сейчас нам нужно отправиться в порт, чтобы попробовать устроиться на работу. Ryo. Nozomi. What happened? Something's happened, hasn't it? No. A fight? No, it's not that. Please, you gotta stay out of trouble. I'm fine. Ryo, but what if something happened to you? Don't worry. Promise me you'll take care. Yeah, see you later. Nozomi очень-очень сильно беспокоится. Очень милая девушка. Я бы на месте ее долго не думал.
Так, надеюсь... Ну да, у нас сейчас время примерно 10:30. Думаю, самое-самое время для порта. Кстати, мы не купили игрушечку. Давайте купим игрушечку сейчас. Вот в этом автомате. Maybe just one. Посмотрим, что нам выпадет сегодня. О, что-то интересное. I know this. Что это за... Какие-то интересные герои какой-то игры. Чао и Пиан. Maybe I should get another. Почему-то напомнило... I'll pass. Лила и Стич. Не знаю почему. Наверное, один из них, потому что синенький, скорее всего. Да, Лил такой, не, ничего не случилось. Мы тут сначала я бежал, сталкивался со всеми, врезался, прыгал через помидоры, а потом схватил какого-то парня и орал на него. Не, ничего не случилось. А без 15 у нас, да, придет автобус? Или мы уже его пропустили? Ну, сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Я просто не помню, какой сегодня день, если честно. Давайте посмотрим на часы. Здесь, к сожалению, дня нету. Но нет, автобус прибудет в Ровно. Давайте тогда вернемся чуть-чуть, поговорим с нашими знакомыми. Юрико-сан. О, Рио. Do you know any place I could get a job at the harbor? Well, I don't know much about the harbor. I see. Да, не совсем много она знает, а ее отца, видимо, здесь нету. Если я не ошибаюсь, это ее отец. Я, конечно, не супер знаток этой игры, но очень-очень большой фанат. Итак, 5 минут у нас остается до автобуса. Сегодня будний день, а значит, что он прибывает каждые полчаса. То есть, в Ровно и в полчаса. А вот и наш автобус. Точно по расписанию. ¥160 у нас стоит поездочка, 604 номер автобуса. Может, встретимся с нашим старым знакомым, бездомным? Может, он нам поможет? Должен помочь. Он явно знает тут все лазейки. Excuse me. Huh? What is it? Do you know a place around here where I can get a job? A job? As a security guard or in cargo transport? Either one's fine. Well, why don't you visit the offices? The offices? There are security offices and trading offices. All right, I'll try going there. Неплохо бы еще узнать, где они находятся. Но, насколько я знаю, первый находится, то есть один из них, офис грузчика, находится прямо впереди меня. А вот где офис охраны находится, я не знаю. Интересно было бы поспрашивать и найти. А, нет, стоп, это кафетерий. Прошу прощения. Это магазин, это кафетерий, нет, значит. Ага, наш старый знакомый. Приветствую. Excuse me. Eh? What is it, youngin? Do you know any places around here that are hiring? Son, do I look gainfully employed to you? Huh? What I'm saying is you're asking the wrong person. You ought to ask over at the office or question one of them workers. Come and see me if you're interested in becoming homeless. I see. Thank you. Хорошо, забавно. Если мы захотим стать бездомными, обязательно обратимся.
Давайте спросим у Тома, хотя вряд ли он что-нибудь знает. Tom. Hi, Dio. Can I ask you something? Do you know anywhere I can get a job around here? I can give you a job, man. Thanks, but I want to work in a warehouse or on a ship. Man, my buddy's ship just left the harbor recently. Really? That sucks. Know any place that's hiring? Sorry, I have no idea, man. I see. Thanks. Ну, хорошо. Том, как всегда, не знает ничего. А это у нас сирена, кстати, на обед рабочих зовет. Нам ее придется еще послушать не раз. О. Sorry, man. I'm in a rush. Почему же ты спешишь? Помог бы нам. А ведь ты бы помог, я уверен в этом. Так, этот... Так, а вы что здесь делаете, ребята? Excuse me. What do you want? I'm looking for a job. How old are you? I'm 18. You go to high school? I'm a senior. So, you looking to make some quick yen over the winter break, right? Well, our job is not that simple, kid. Come back after you get your diploma. You hear me, kid? All right. Понятненько. Не хотят, значит, помогать. Excuse me. What do you want? I'm looking for a job. Sorry, but I can't help you out. I finally just got this job, you know. The market is pretty lousy now. With the strong yen depressing the market, truth is, I could get laid off at any time. I see. Да, проблемы весьма в порту. А, кстати, стоп, карта. Карта. Ну-ка, посмотрим, где можно найти. Так, Harbor Long. Longway. Паркин, кафетерия. Альфа Трейдинг, вот, наверное, нам куда нужно, да? Сейчас, где? Амихама Ворф. А, ну, верфь. И центральный пирс. Давайте в трейдинг, наверное, обратимся. Так, я не пойму, куда я смотрю. Наверное, я смотрю на центральный пирс, значит, Михама трейдинг должна быть где-нибудь справа. А, стоп, вот это что ли? Офис Альфа трейдинг. Наверное, нам сюда нужно. Итак, здравствуйте. Я по объявлению. Excuse me. What is it? Would it be possible for me to get a job here? Sorry, but we aren't looking for help now. Is that so? Do you know of any place in the harbor that is currently hiring? I'm afraid not. Is that so? Да, печально. Она ничем нам не помогла. Ну, зато мы можем ей музычку заказать. Ничего, обойдется. Еще за наши деньги музычку слушать. Даже не помогла нам ничем. Хотя могла. Давайте тогда спросим у нашей знакомой продавщицы. О, у нее сейчас все обеды покупают. Самый пик. Ну, выйди уже, выйди. Ну, выйди, дай нам поговорить. Что за люди? Разве не видят? А ты куда? Ты куда бежишь? Да дайте же нам поговорить. Ну что же с вами не то? Хисака-са. Will. I'm looking for a job around here. Do you know of any place that's hiring? I don't know any. You should just go ask around. Try some of the people that work around here. Thanks. I'll ask around. Хорошо, ну давайте тогда искать рабочих. По-моему, у нового склада номер 8 все время кто-то стоит. Вот, давайте у него спросим. Yes? What is it? Do you know of anywhere hiring at the moment? Jobs? You know, I just got this job recently, but I don't think the place I work for is hiring now, though. I see. О! А вот ты.
ты мужчина, помоги нам. Excuse me. Huh? You got business here? No. Nah, kid. You're not allowed in here unless you got business. It's not safe. I see. И все. И покинул нас скоропостижно. Ну ладно. Так. Кого же мне еще-то спросить, а? Что ж такое? Давайте еще раз на карту, что ли, взглянем. Так, ну альфа-трейдинг нам ничем не помогли. У кого бы спросить? Может быть, в кафетерии где-то? Хотя обед вроде уже кончился, обед всего час. Так, этот нам тоже ничем не поможет. Давайте пройдем на верфь. Seem a bit blue, my man. Got a problem? Then I'm your man. Yeah, right. I know everything about this tier harbor. Whatever it is, just ask. I want a job here. What should I do? So wanna be a sailor, hey? That's cool, man. Personally, it ain't for me. I get seasick. Enough. Ooh, wait, hold up! I'll be man! I just happen to know a number of foremen in charge of cargo! Really? Hey, anything for you, bro? Can you ask? Okay, meet me at noon tomorrow, in front of the big blue door of warehouse number one. 12 noon, warehouse number one. In front of the big blue door. Right on, bro. See ya. Отлично. Веселый парнишка Гора нам помог. Гора пообещал найти мне работу. Склад номер один у синей двери. Хорошо. Встретимся с ним завтра полдень, да? Хорошо, хорошо. Ну, к полудню мы как раз приедем. Так, раз мы уж в порту, я хочу тогда связаться с мастером Ченом. Может, сейчас он окажется дома? Ну, дома, боже мой, на работе. Вернее, на складе на своем. Ну да, наверное, там он работает. А может, они там и живут. Не, это было бы как-то ужасно, жить на складе. Никому не пожелаешь. Итак, телефон-автомат у нас находится у входа, рядом с охранником. Плюс... Хотя, ладно, ладно. Продукты я куплю потом, для кисы, когда уже будем возвращаться назад домой. А сейчас мы позвоним нашему знакомому. Итак, вспоминаем номер. Как Гора-то с нами сразу заговорил после того, как мы его отделали. Да, бывают и такие люди. Получил по морде, сразу стал твоим другом. Вроде как другом. Пока ему, конечно, не очень доверяю. Собственно, как и Рио. Hello? Mother's Earth. Comrades. Father's Heaven. Nine Dragons. Warehouse number 8. Master Chen, please. Excuse me, but you are... My name is Hazuki. Just a moment. What is it? Yeah. I must consult Master Chen. Arrange us a meeting. Father's not around. Well, could you meet me? I need to talk. Tell me if you must. Удивительно, Он решил сам с нами встретиться. Ну, давайте, давайте.
Гуйжан. Во, я вспомнил. Это я сейчас вспоминал, как его зовут. Гуйжан, да. Действительно, редко, когда встречаешься с героями, забываешь их, как зовут уже. Но он весьма хороший наш знакомый и союзник. I need to go to warehouse number 8. I have an appointment with Master Chen. What's your name? Dio Hazuki. I've been expecting you, sir. Please, go on in. Так всегда нравится, когда тебе говорят «сэр». Так приятно. Не то что. Ты что тут делаешь? Она пошел вон отсюда. Это намного, намного жестче звучит, как-то по уху режет, заметили? Mind if I ask you something? What is it? Could you translate this for me? A Chinese martial arts scroll. The stab armor is a palm blow that utilizes the body's power. Take one step forward and two steps back, and then tense your limbs. The resulting impact is capable of penetrating armor. Powerful enough to fell a fierce tiger in one hit. It's a different style from mine, so it's not clear. But if you remember what I read while practicing, perhaps you could master it. Really? I have work to do. Thanks. Sorry to bother you. Так, интересно, он нам перевел... этот свиток, который мы нашли в подвале. Но он не перевел нам второй свиток, который мы также нашли, но уже наверху в доджо. Так, вот этот свиток, а вот этот сейчас мы выучим. Прием рука доспехи выучен. Отлично. А меч тени у нас уже был выучен. Ну, в любом случае, а это мы прочитать не можем. Пока что. Сможем ли мы встретиться с нашим знакомым еще раз? Hey, wait! Excuse me, I need to meet Master Chen. What's your name? Dio Hazuki. As far as I know, Master Chen is not expecting you. I'm afraid I can't let you in. Ну что же. Раз нам придется еще раз договариваться о встрече, давайте уже назначим это, так сказать, на другой день, когда у нас будет еще свободное время. Ну а на сегодня у нас все, мы отправляемся домой, я по дороге куплю... Хотя давайте я прямо сейчас зайду и куплю продуктиков для того, чтобы покормить нашу кису уже завтра. Посмотрим, что продается здесь. В портовом кафе. Итак, музычка, чипсы, шоколадки, леденцы, тунец, 180 йен. О, давайте купим баночку тунца от Сеги. I'll take this, please. Yeah, sure. Thank you very much. Please come again. Я думаю, Кисе очень понравится свежий тунец. То есть, ну, конечно, не свежий, он консервированный. Но все лучше, чем ничего. Правда? И давайте, здесь должна быть сушеная рыбка, если я не ошибаюсь. То всякие пироженки... Сушеная рыбка, 300 йен, молочко. Давайте купим молочко еще за 100. И рыбки за 300. I'll take this. Yeah, sure. Thank you very much. Thank you very much. Come again. Чтобы уже нам хватило, так сказать,
Надолго-надолго хватило. И еще рыбки прикупим. This one. Yeah, sure. Thank you very much. Thank you very much. Come again. Ну а теперь мы направляемся домой. Oh, hi, Dio. Hi, Megumi. What's up? Look, up there. Because her leg is healed. She can't come down. Don't worry. Cats like high places. Really? Oh! Oh my! Her leg seems fine. It's no problem, Megumi. Okay. See ya. Bye-bye! Nozomi. Hi, Ryo. Is that medicine? Megumi was worried, so... Right. Hi, Nozomi! Her leg's okay now! That's good. Guess we don't need this. Well, gotta get back to the shop. Итак, по возвращении назад мы увидели вот такую интересную кат-сцену. А на этом я закончу серию. Встретимся мы уже на следующий день, когда Рио проснется рано утром и отправится в порт, чтобы встретиться с Гора. Ну что же, на этом у меня все. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.